В городе Видное появилась новая общественная баня. В торжественном открытии принял участие первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин. Новое заведение отличается современным оборудованием. Это единственная баня в Московской области, выполненная полностью из дерева. Комплекс включает в себя большую парную, массажный кабинет, помывочную с тропическим душем и зону отдыха. Бассейн 8 на 3,5 метра, массажный кабинет свой, профессиональные банщики, банщицы. Две купели на свежем воздухе, это холодная вода 7 градусов и 35 горячая. Альберт Гравин осмотрел все помещения банного комплекса и отметил, что для муниципалитета это место станет отличным вариантом отдыха, в том числе семейного. Вместимость там порядка 40 парильщиков, тех участников, которые хотят. И здесь не будет вот того наплыва, что негде приземлиться. Вы посмотрите, достаточно удобные места для размещения индивидуальных ребят, кто придет сюда, чтобы попариться. То есть вот 4 человека достаточно комфортно. Для компаний, которые придут более 6 человек, созданы 3 уютных кабинета, где можно индивидуально прийти, попариться и отдыхать, в общем-то, в составе своей компании. Также Альберт Александрович отметил, что скоро после ремонта откроется муниципальная баня на улице Гаевского.